So, what's up? What's up? Nah, I didn't... Yeah, whatever. So, brother, where your phone's at? Приветствую всех друзей, подписчиков канала Амстов Берта. Друзья, как ваши дела? Пишите в комментариях, интересно. Сегодня у меня очень важная для вас просьба и небольшое задание. Ребят, у нас есть отличный друг. Это канал, новый канал, достаточно свежий канал. Называется Питбули Викинг Тим, друзья. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Моя просьба... Большая просьба перейти по ссылке в описании и нажать на кнопочку подписаться, сделать эту кнопочку серенькой, сейчас она красненькая для вас, сделать ее серенькой, также нажать на колокольчик, ну и обязательно лайкозик поставить под одним из видео, да, лучше под каждым, было бы очень классно, друзья, большая поддержка будет от вас и огромная благодарность от меня именно вам за подписку на этот канал, обзор этого канала. Канал классный на самом деле. Канал о собаках, конечно же. Из названия, я понимаю, все поняли, да? Хозяин канала Сергей. У него есть две собаки на данный момент. Это Один. Это собака, которую он приобретал у Александра. Black Mamba, да? У Рона и Текилы это сын. Один бежевого цвета, коричневый такой, да, очень крутой пес, он уже выигрывал соревнования, да, то есть там есть что посмотреть, друзья. Также есть Фрея, беленький питбульчик, белый с рыженькими пятнышками, да, тоже очень хорошая девочка, она еще совсем юная, но у нее все впереди, друзья. Так что заходим, подписываемся на канал, Сергей хороший парень. Очень добрый, всегда отвечает на комментарии, очень положительный, даст много советов. Он и осуществляет тренировки собак, дрессировки на послушание именно, подготовки к выставкам. Также рассказывает о кормах, о кормлении собак, да, как это правильно делать, как это все делается, как он это делает, друзья. Сейчас смотрим внимательно сюжет, который для нас сделал специально Сергей. Канал Викинг Тим. Подписываемся, друзья. Смотрим канал. Погнали. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас. Приветствуем Евгения с Бертой и всю их замечательную семью. От канала Питбуль Викинг Тим. Немного расскажем о себе. Меня зовут Сергей. Мою замечательную жену зовут Оксана. По совместительству она наш оператор. С недавнего времени живем в городе Новороссийск, на берегу Черного моря. Главных героев нашего канала зовут Один и Фрея. Одину у нас 1,2 года. Фрея у нас скоро 9 месяцев. Наша малышка. Немного о нашем канале. На нашем канале вы не увидите жестокости, всяких там боев и всего прочего. Кто заинтересован этим контентом, это мимо. У нас на канале мы занимаемся выставками, тренировками по послушке, по спорту и активно участвуем в выставках, посещаем спортивные мероприятия. Погода у нас немного испортилась. Всем, кому интересно, заходите на канал. Будем рады всем. Евгений, привет! Oh,
Все, друзья, большое вам спасибо за просмотр, то, что вы посмотрели. Я надеюсь, каждый из вас подпишется, друзья. Это делаю совершенно безвозмездно, на добровольных началах. Очень хочу помочь человеку. Парень хороший. Серега, сказано, сделано. Все, друзья, огромное спасибо. Всех обнял. Всем пока. А самое главное, любите собак. И обязательно подписывайтесь на канал. Как мой, так и Сергея. Канал Питбули Викинг Тим. Пока.